В России за последние сутки диагностировали 8937 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число превысило 4 миллиона 980 тысяч. За прошедший день болезнь унесла жизни 389 россиян, всего 117 739. В Татарстане за сутки COVID-19 обнаружили у 30 человек, 6 из которых челнинцы. За сутки от инфекции скончались трое жителей республики. Всего на 21 мая в республике официально зарегистрировано 21 170 случаев заражения коронавирусом. Умерли 486 человек.